О повышении качества медицинских услуг для более чем 4 миллионов граждан говорил в своем обращении к народу глава государства. В областном перинатальном центре состоялся круглый стол, на котором обсудили главные задачи, озвученные в послании президента. Касым-Жомарт Токаев поручил правительству пересмотреть систему финансирования сферы здравоохранения. Он отметил, что в Казахстане ощущается нехватка медучреждений в сельских населенных пунктах. В течение 2 лет будут построены и полностью оснащены медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в 650 селах, сказал президент. Глава государства поручил правительству усовершенствовать систему подготовки врачей, в том числе молодых специалистов, в целях повышения конкурентоспособности. Количество грантов, выделяемых на резидентуру, в ближайшие 3 года увеличится на 70%. Сразу же после получения диплома пришла на данную работу, где мне сразу же предоставили жилье. Также подъемные средства предоставили отличным местом, с отличным коллективом, дружным коллективом, самое главное. Также очень много здесь специалистов именно высокого класса. Ну и также есть специалисты, которые так же, как я, приехали по данной программе, и у нас как бы дружный коллектив сформировался.